Может, давай? И важно хорошо растушевать. Уверенно держать кисти в руках, уметь сочетать цвета. И можно воплощать любой образ. Десятилетний визажист Варвара Кольченко рассказывает маленьким красавицам, участницам конкурса «Маленькая красавица Алтая» азы мейкапа и подчеркивает красоту каждой участницы. Насколько важно юным красоткам уметь краситься? Если есть к этому тяга, то это очень круто. И важно это уметь делать правильно. И, то есть... Правильно, для каких-то определенных целей. Для школы отдельно и макияж есть, для каких-то других мероприятий. Я крашу даже, когда в магазин иду. Вот, поэтому можно сказать, макияж для магазина тоже есть. Мастер-классы, фотосессии, репетиции, дефиле. График у конкурсанток расписан по минутам. Через несколько дней юным моделям предстоит показать себя во всей красе. Состоится финал конкурса «Маленькая красавица Алтая-2024». Конкуренция серьезная. 24 участницы. Есть какие-то приметы? Может быть, даже перед тем, как выйти на подиум, какой-то ритуал, приметы? Поделитесь, интересно. У меня нету примет. Но главное – это не волноваться. Ну, все. Не переживать нужно, ну, не думать о плохом и думать только о хорошем. И даже если ты не выиграешь в конкурсе, то нужно радоваться за другого человека, который победил. Организаторами конкурса являются модельное агентство «Стиль» и центр конкурсов «Королева Алтая». История маленькой красавицы Алтая насчитывает уже 21 год. За это время сотни талантливых девочек освоили походку от бедра, побороли страх перед большой аудиторией и получили настоящее удовольствие от красоты и стиля. Валентина Аскерова, Михаил Филиппов. День с толком.